Драка в детском саду переросла в судебное разбирательство. Отношения выясняли воспитатели и заведующие. Подчиненная обвинила руководителя в нападении, но суд не усмотрел состава преступления. Ситуация произошла в начале ноября. Воспитатель Юлия Трофимова попала в больницу с подозрением на травму головы. Тогда она рассказала, что так ее избила заведующая и еще один сотрудник. Я стала снимать видео, она, чтобы отобрать это видео, царапала меня и толкала, щипала. Вот кто-то пригласил тренера. Он забежал, стал хватать меня и бросать в разные стороны. Заведующая, в свою очередь, заявила, что сотрудница детского сада первая проявила агрессию. В ответ к ней силу никто не применял, а только вывели из кабинета. Она стала меня вот так вот вытаскивать, я со стулом покатилась туда, она зашла вот сюда. Потом, значит, я попыталась встать. Я все рассказываю, как я попыталась вот так вот встать, она меня тянула. Потом она меня повалила вот сюда. Я упала, девочки меня подошли, здесь поддержали, заскочила вот эти вот весь коллектив. Меня просто тащили вот туда. Я вот здесь вот уже продолжала. Здесь я уже просто практически, наверное, сознание как бы. В мировом суде Сосновского района завершили рассмотрение дела, в котором не усмотрели состава преступления. Жалобы со стороны воспитателя не поступало.